Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, затронем, что ожидать в ближайшее время, поговорим про Kingfisher, и вы получите ответы на все свои вопросы. Первое, самое главное, если мы посмотрим на пересечение всех наклонных линий, которые у нас образовываются, то есть отработку наклонок я еще показывал во вчерашнем видео, но вот посмотрите, пожалуйста, она в любом случае выступать будет в будущем как некое сопротивление снизу вверх. Но дойдя до райончика, который был обозначен в моем телеграм-канале как 20 800, одна из целей максимум. Но помните, цель бинго была 19 600, то есть цена 22 800, а каких 19 600 идет речь. Но именно если происходит падение, то и бинго может реализоваться. В итоге мы дошли до 19 860, немного не дотянув до 19 600. Я помню, как вы в чате писали и спрашивали, что неужели может дойти до 19 600. Как видите, это рынок, и здесь возможно все. Но суть в другом. Соответственно, исходя из наклонок глобальной верхней и наклонки текущей, то есть исходя из тени свечей, мы с вами сформировали что? Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Что-то наподобие симметричного треугольника. Известно, что симметричный треугольник у нас пробивается как вверх, так и вниз, в точке пробоя. 54% пробивается в зону импульса и 46% в обратную сторону. И если мы переставим, к примеру, на пробой вверх, да, теоретически, то примерно мы получаем те же самые 20 800 возвратка, если идет пробой вверх. Если идет пробой вниз, то, соответственно, мы с вами можем получать райончик какой? 19 600. Все те же самые цели, бинго, которые были сказаны в моем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Но наиболее скрупулезно написано и расписаны цели медведей у нас от А до Е. То есть все цели, которые можно взять. Но посмотрите, это не просто симметричный треугольник. Хотя и этот потенциал обязан рассматриваться. И это напоминает такой паттерн, как бычий вымпел. То есть такая структура выходит. То если у нас происходит пробой, то как раз таки вот этот флагшток равен потенциалу. То есть мы можем дойти до района 17 700 плюс-минус. Что это за цифра? Это фактическое дно нашего канала аккумуляции. Также это сопряжено с S1 шортовой зоной. С высокой долей вероятности при пробое данной поддержки вниз мы должны с вами будем оказаться в том районе, в котором уже давным-давно не были. То есть S1 лонговая. Опять же, все цели описаны у меня в телеграм-канале. И самое бинго, что может здесь произойти, это S2 шортовая зона. Но если быть более скрупулезным, то это 0.5 по Фибоначчи, 16130, соответственно 16200, которую мы рассматриваем вот уже, наверное, 3 или 4 месяца, как одну из возможных шортовых зон, как второе дно. Гипотетическое, теоретическое. Теперь буквально пару слов, которые в принципе сказаны в моем телеграм-канале, но еще раз, обратите, пожалуйста, внимание. Вчера у нас инфляция была выше заявлена, соответственно, этот негатив уже заложен в цену рынка. Мы начали двигаться вниз. Мы знаем, что 21 сентября у нас будет ФРС, и Пауэлл сообщит о ставке. Уже известно, исходя из всего, что он должен повысить на 75 пунктов базовых. Но если вдруг он действительно захочет бороться серьезно с данной инфляцией, он может поднять даже на 100 базовых пунктов. Соответственно, если 75, это относительно нейтральной новости, если на 100 базовых пунктов, то мы серьезно можем рвануть дальше вниз. Поэтому у нас еще неделя. Либо мы будем расторговываться в боковичке всю эту неделю, ожидая новости от Пауэлла, либо мы дальше пойдем продолжать реализовывать шортовое настроение, которое я сегодня докажу и покажу. Поэтому от 21 сентября многое сейчас зависит как для фонды, так и для крипты. Но хочу расставить все точки над «и». Если поглядеть на объемы ТСВ, пожалуйста, смотрите, сразу получили сквиз. Это у нас была позавчерашняя информация. Соответственно, у нас нарастающие объемы, сквизанутые объемы, повышены. Движение идет вверх, глобально дневной лонг, вот он просматривается. Но мы не дураки, мы вовремя обнаружили с вами пробой восходящего клина, о котором я писал в своем телеграм-канале, расставляя все цели, мы их все 100% забрали. И только после этого мы ринулись вниз на отработку дивергенции, о которых я тоже говорил. Поэтому цели выше клина мы не оставили, а говорили о паттерне «Три долины и река». Вот он. И сказали, что дойдя до 0.618 или 0.786, с высокой долей вероятности мы пойдем вот сюда. Плюс ко всему новости. И вот, пожалуйста, уже вчерашним днем вот эти глобальные объемы были снижены. Распродажа. Все продали. И в итоге мы сегодняшним днем получаем что? Около нулевую, вот эту красную точечку, говорящую о том, что объемы идут на понижение. То есть сливают биток. То есть продают. Таким образом, глобальный лонг сменился на глобальный шорт. Но об этом и пойдет речь.
Итак, мы поговорим про дневной тайфрейм, недельный и месячный. Во-первых, говоря о три долине и реки, с высокой долей вероятности, эта свеча сегодняшняя не должна закрываться так. Дело в том, что такая структура маловероятна. Как правило, всегда с высокой долей вероятности, если мы с вами хотим получить даже молот, то, соответственно, мы еще должны кольнуть вниз. И только после этого отыграться, получив здесь набалдаш. Если мы хотим получить перевернутый молот, то нам нужно сходить еще вниз. В любом случае получить снизу набалдаш. Даже если мы хотим закрываться такой свечой, как волчок, то в любом случае в идеале нужно еще кольнуть чуть-чуть ниже. Потому что 95% случаев любая свечная модель разворотная состоит из закола ниже тени свечи, чем это было ранее. Но это в теории, на практике мы узнаем. Но так как я писал в подробнейшем ночном посте, пожалуйста, здесь объяснение, почему все-таки у нас сейчас глобальный шорт. И цели всего этого паттерна, напомню, 18600. И вот, пожалуйста, обратите ваше внимание. По гистограмме затухает, то есть это уже по гистограмме движение вниз. Плюс мы с вами получаем практическое, еще не свершилось, но практическое пересечение по MACD крест смерти. Но пока это не произошло, подчеркиваю. Стохастический осциллятор относительной силы из зоны перекупленности двигается вниз с подтверждением. Что касается RSI, обратите внимание, мы приблизились к сигнальной линии, пробили 50-ю горизонталь, вошли в царство медведей и, соответственно, двигаемся структурно вниз. Денежный поток Money Flow выходит у нас на дневном таймфрейме. Smart Money, умные деньги, у нас уже ниже сигнальной линии, то есть выходят из биткоина. Динамичный Money Flow у нас находится в ситуации нисхождения практически горизонтали. И если поглядеть на канал Боллинджера, мы находимся ниже медианы и сейчас пытаются быки еще вернуться. Но если у нас происходит закреп, то есть мы в любом случае закрепились ниже, то есть это был ретест, то мы можем запросто уходить в дно данного канала. Это все те же 18600, то есть потенциал три долины и река. Но если здесь перейти на недельный таймфрейм, то здесь немножко ситуация другая. Недельный стохастический индекс относительной силы у нас говорит о движении вверх. Но это как бы прошлонедельная информация. На текущей неделе, исходя из этой свечи, естественно, здесь будет четкий крест смерти. Но пока еще неделя не закончилась. И пока на стохастике нам показывают движение вверх. Но подглядите, мы в зоне перекупленности. О чем это говорит? О том, что я писал в своем телеграм-посте. Обязательно подписывайтесь, чтобы пользоваться информацией и зарабатывать на ней. Бесплатно. Соответственно, разгрузка до нуля должна будет быть. Да, возможно, она может происходить через коронку вот такую, но в любом случае в какой-то период мы должны будем опуститься в ноль. Ну а если говорить про месяцок, то обратите внимание, гистограмма у нас еще не затухающая по MACD. Это говорит о том, что потрясение мы еще можем увидеть. То есть MACD-шка даже на месяц не пересекает, поэтому она еще ползет вниз, и мы можем запросто резервировать цели медведи. Плюс ко всему, стохастический индекс относительной силы, да, совершил золотое пересечение, но так как у нас месяц растянутый, то есть мы можем в принципе две недели еще падать, а третью неделю скакануть вверх. Тем самым и гистограмма у нас превратится в беленький цвет. Если посмотреть на карту ликвидации Кингфишера, обратите внимание, достаточно самоуверенный лонгисты. И у нас есть башня, вот она, прям вот здесь. Ее легко взять, толкнуть пальцами, и она посыпется. То есть ликвидация вплоть до тех же 19600. Вся та же цель, которую мы рассматривали как цель бинго, и она в том числе входит у нас как цель минимум на сегодняшний день. Если говорить про продажи или закупки более 5 миллионов, посмотрите, они нарастают. Если говорить про интерес китов, он просто ушел ниже плинтус. Если мы будем говорить про дельта, именно на продажах, то посмотрите, пожалуйста, сейчас продажи у нас есть, но объемы на продаже уменьшаются. Это как минимум связано с тем, что мы вышли из Боллинджера в аномальной зоне, плюс по RSI находились в зоне перепроданности. Но как это было совсем недавно, нам ничего не мешает по RSI подниматься вверх, а ценой падать вниз, тем самым образуя уже в этом случае конвергенцию. Вы помните, как мы здесь заработали конвергенцию, как мы отработали ее, и здесь как мы заработали огромную дивергенцию и как мы ее отработали. Я не удивлюсь, если все-таки, как мы ранее говорили, мы сможем получить на неделе конвергенцию. Об этом в том числе описано в моем телеграм-посте, где сказано, если мы видели, как отрабатывать на 4 часах и на дневке конвергенция и дивергенция, то как отработать тебе на неделе? Но если говорить про интерес к биткоину, то на маржиналочке он падает, на фьючах падает и на споте падает. То есть общее безразличие на 4-часовом таймфрейме. По крайней мере, локально, как на 4 часах. И подытожив, скажем, мы не сумели пробиться через все CPR-линии, потратили кучу сил. И раз мы это не осуществили, то с высокой долей вероятности мы пришли снова, в который раз,
с 20 тысячам, психологическая отметка. Соответственно, уже не составит труда при следующем подходе, скорее всего, пробивать его и двигаться к тем целям, которые обозначу. Как минимум, те же самые 18 тысяч, то есть S1 шортовая и, соответственно, промежуточная локальная зона поддержки. С возможным заколом тех же самых 17600. Но если учесть, что здесь большое количество ликвидаций, то вполне можно дотянуть тени свечи до тех же 16200, а то и этой S2 линии. Поэтому нас ждут интересные времена. Но пока, как говорили, глобально наблюдается шорт. Лонг, который возможен исключительно до медианы CPR линии, это 20800, либо потенциалу симметричного треугольника локального. На сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. В описании под видео есть две замечательные биржи, Bybit и Femix. Торгуйте от меня, и будет вам счастье. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, TikTok, Telegram, Twitter. И если вдруг вы пойдете в лес за грибами и встретится медведя, то быстро доставайте свой телефон, покажите ему то, что вы медведь, вы шортите. Ну а если вы бык и стали в лонг, то скорее всего вас ликвидируют. Всего доброго!